21 января состоялось 33-е заседание Совета городского округа города Гидель. Народные избранники рассмотрели три пункта повестки дня. Среди обсуждаемых вопросов – создание в городе контрольно-счетной палаты и общественного совета. Об этом далее. Внеочередное 33-е заседание Совета городского округа города Гидель началось заслуживание доклада начальника отдела по правовой и организационной работе администрации. Чулпан Султанова ознакомила депутатов с проектом решения о внесении изменений и дополнений в устав городского округа. Начальник финансового отдела муниципалитета предложил народным избранникам поддержать инициативу создания в городе контрольно-счетной палаты. Также во время заседания поднимались вопросы, связанные с перепланировкой квартир собственниками. Для того, чтобы переделать жилое помещение, необходимо провести экспертизу и согласовать этот вопрос с жилищной комиссией города.